Лариса спрашивает, как следует относиться к протоиерею Александру Меню и его книге «Сын человеческий». Прочитала, понравилось. Легко читается. Образ Христа лег на сердце. Сегодня пришла в интернете нелицеприятные слова о ней. Приведены ссылки из открытого письма митрополита Антония Мельникова протоиерею Александру Меню. То, что я прочитал, меня расстроило. Кроме того, видел на канале «Спас» передачу, посвященную Александру Меню. В передаче прозвучали положительные отзывы о нем и о книге. Помогите разобраться. Письмо митрополита Антония Мельникова Александру Меню открытое не посвящено вопросам, изложенным в книге «Сын человеческий». Но это письмо посвящено вопросам отношения к иудео-христианству, к тем христианам, которые имеют еврейское происхождение, дорожат им и каким-то образом пытаются отличить, отделить христиан из иудеев от христиан из прочих народов. Этой теме посвящено письмо митрополита Антония. А сама книга «Сын человеческий», раз вам понравилась, то я очень рад. Доверяйте своим ощущениям в данном случае. Эта книга действительно хорошая. Она именно то, что вы описываете и совершает. Она доступна, легко читается. Образ Иисуса Христа ложится на сердце такой благой тяжестью, такой хорошей, благородной тяжестью. Так впечатливается образ Иисуса Христа. Так что я не вижу смысла подвергать сомнению полезность этой книги из-за того, что есть другие вопросы, связанные с жизнью отца Александра. Так что не смущайтесь.